А у меня вопрос о стратегическом поражении Америки, о котором вы упомянули, как о нашей цели. Ну, звучит эффектно, конечно, большинству наших зрителей понравится, но мне все равно в этом почудились такие ритуальные заклинания. Все-таки у меня вот ощущение, но, наверное, вы меня опровергнете, что после 15 месяцев активных боевых действий, когда мы не только не сокрушили Украину, но и фронт от Донецка не смогли отодвинуть, ну, немножко как-то несвоевременно говорить о стратегическом поражении Америки. Но, может, вы расскажете нам технически, хронологически, как это поражение будет осуществляться, будет достигаться в союзе с кем, может быть? Но если вы хотите преодолеть двухметровую планку, не надо учиться прыгать на полметра. Тогда вы и метровую не возьмете. Есть задача, есть цель. Цели поставлены, задачи определены. Вперед, товарищ. Вот без привлечения великой книги, я скажу от себя, и можно мы с тобой продолжим об этом дискутировать, я считаю эту цель не просто необходимой, а абсолютно реалистичной и достижимой в разрезе вот этих самых, 10-30 лет. Да нет, если ты не ставишь цель, абсолютно, я ее считаю абсолютно реалистичной и достижимой. Почему и как, но это не мое выступление, это придется здесь как бы достаточно сложно это все объяснять. Не буду. Но позицию, Максим, для нашей с тобой дискуссии, позицию я зафиксировал, прошу.